мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. На ней присутствует главный тренер команды «Строгино» Владимир Анатольевич Щербак. Владимир Анатольевич, с победой вас, пожалуйста, ваши впечатления от игры. Спасибо за поздравление. Нам победа была очень важна. Вот, и мы действительно очень рады победе. Заслуженно, незаслуженно, не знаю. Конечно, качество работы намного, это постоянно говорю. Думаю, она нам придаст психологическую уверенность. А особенно радует, что вот наша работа с молодыми ребятами, да, она приносит плоды. У нас уехал Максим в молодежную сборную. И сегодня дебютировал наш воспитанник интернации. Считаем, дебютировал хорошо и будет еще прибавлять Гапонов Илья. Вот. Поэтому такая победа с двойной радостью. Комментарий как бы. Спасибо. Вопросы, коллеги? А еще во втором дивизионе вот есть кандидаты? Молодец. Я думаю, что есть. Мы с Дмитрием Ивановичем общаемся, дружим. Он даже дал нам определенные задания, в том числе и мониторить второй дивизион по молодежной сборной. Я хорошо знаю не только нашу зону, центр и восток. Да, есть ребята. Будет все развиваться, будет все хорошо. Спасибо. А еще вопросы? Спасибо, коллеги. Спасибо.